Хочу вас поздравить с началом нового сезона и с тем, что вы первый раз как главный тренер начинаете сезон. Вот с какими ожиданиями подходите к игре? Игра сразу будет сложной. И насколько команда готова противостоять такому сильному сопернику, как Днепр? Ну, в первую очередь, я думаю, что, естественно, все уже заждались после большого летнего перерыва. Уже, наконец-то, баскетбол начинается и стартует с такой хорошей игры. Я считаю, что «Химик» и «Днепропетровск» — это одни из лучших команд. И «Днепропетровск» всегда боролся и за самые высокие места. И мы играли с ними в последнем, который был объединенный чемпионат, в финале. Обыграли их, как бы это было наше первое чемпионство. Я думаю, что Днепропетровская команда очень сильна в первую очередь тем, что ребята играют уже на протяжении нескольких лет вместе, они уже сыграны, друг друга хорошо понимают, читают. Хороший тренерский штаб, и Денис Журавлев, и Павел Агапов — хорошие тренера. Плюс Денису удалось поработать с Фрателло. Как бы я вижу, что и некоторые системы он оставил от Фрателло, которые он взял. Поэтому мы готовы на 100%. Я очень рад, что как бы ребята это тоже понимают. Мы изучили Днепропетровск, посмотрели видео, подготовились. Едем в полном боевом составе. Восстановился Александр Цыкалюк. Поэтому все в порядке, все идет по плану. И как бы очень рад и хотел бы поздравить всех болельщиков баскетбола с тем, что объединилось два чемпионата, и такие хорошие команды, как «Будівельник» и «Днепропетровск», снова вместе. Я думаю, что это только на пользу всему украинскому баскетболу и болельщикам. У нас каждый год молодое пополнение из дубля входит в состав Суперлиги. Вот в этом году снова пополнили состав главной команды наши воспитанники. Как вы оцениваете их готовность к работе в Суперлиге? Насколько они в межсезонье показали? Ну, ребята, которых мы привлекли, как я уже говорил на пресс-конференции, что мы будем стараться Ковалева, Мещерякова, стараться делать их игроками ротации, а на Сергея Павлова мы рассчитываем как на боевую единицу. Как бы я уже говорил, что это небольшой аванс ему, но все-таки это в нем, я вижу, что если все будет хорошо, будет работать, трудиться, то это будет игрок очень хорошего уровня. Спасибо большое, желаю вам удачного старта. Спасибо, спасибо, приходите болеть.